Ладно, все, переходим к трекам. Песня о времени ДДТ. Поехали. Значит, времени осталось мало. Время в Грозном, время в Москве. Скорость онлайн, часы намаза. Мгновения, стынущие в Неве. Культура бронзы, столетия газа. Реки впадают в эти кварталы, где я стою и курю у окна, где отходит ко сну, отключая порталы. Неквантированная страна, в счастливые дни кого судишь? В надежде на чудо все равны. Но время сражаться за тех, кого любишь, не уточняя цены. Как время пожирает город, как совершенство мусором, ссором ложится в одни окопы с нами. В шеренге дождей пехота туманов, в отчаянные попытки родов. Воды отходят из ржавых кранов, выжимая из бездны людскую породу. Из каждого бомжа экклезиаст смотрит на нас суете-сует, и каждому здесь по делам воздаст тот, для которого времени нет. В тревожные дни с временем плохо, много правды да мало корма. Время че в эпоху лоха, время зараза, время порно. Смысл думать в конце пути о начале. Стою у окна, курю мысль. Ты прав, во всем этом много печали. Наблюдаю, как время кует миллиарды. Ярость сомнений, гордыня желаний. Рвутся сердца, как смешные петарды, от давления сжатых в нас расстояний. Время вползает в тебя незаметно. Что ему эти всхлипы, речи? Но время дико интеллигентно, оно лечит, ты прав, лечит. Для времени нет понятия, хватит. Время, старик, никогда не спит. Но пусть этой ночью никто не заплачет, пусть никто не будет убит.
сорянчик, чуть перескочили. Ну, слушайте. Ну, в общем и целом, то есть, ну, лично для меня, конечно, все это как звучит. Один раз послушать очень приятно и здорово. Вот. Но опять же, что касательно здесь больше лично мне во мне отозвалось, это, конечно, смысловая подача, которая здесь заключена, да? Вот вроде песни о времени, то есть уже в самом начале, то есть перед прослушиванием, то есть перед, грубо говоря, вниканием в текст, сначала идут самопроизвольно одни мысли. Когда ты начинаешь вникать в текст, да, про что здесь говорится и что повествуется, то здесь, конечно, уже другая картинка раскрывается, так скажем. Вот. Но не знаю, я бы сказала, ну, как бы, я думаю, что как и трек сам на любителя, так и, в принципе, наверное, ну, ДДТ, наверное, я бы так сказала. Вот. Но... А какой? 11-11 год, да? Альбом. Иначе. Ну, я ни одну, кстати, песню здесь не знаю. Потому что даже хоть и мы и пели ДТ, это было прям, ну, самые хиты, которые танцевальные больше были. Вот. Что скажете по оценкам с вашей стороны?